Москве, Дмитрий Анатольевич Медведев, на встрече с нами сказал бы переломы в плане, знаете, какого? Переломы в плане того, что мы еще раз должны осознать, что импортозамещение, уменьшение доходов от сектора экономики нефтедобывающих, газодобывающих, серьезно подвинуло все власти, федеральные и региональные, к тому, чтобы развивать предпринимательство, другие отрасли народного хозяйства, для того, чтобы минимизировать возможные последствия вот такого падения цен на энергоресурсы, на нефть, на газ. И вот это понимание подтолкнуло и правительство федеральное, и наше правительство к тому, чтобы разрабатывать такие программы поддержки других секторов экономики, в которых трудозанято не меньшее количество людей, где они получают свои доходы, ну и приносят доходы в бюджет разных уровней, местных самоуправлений, местной власти.